Я часто себя ловлю на мысли, когда вечером после смены съемочного дня или после спектакля я еду домой и чувствую, что меня там ждут, что по мне скучали, что будет ужин при свечах или просто. И даже, может быть, никто не садится и ждет, когда я наконец появлюсь в родных домашних просторах. Это мои близкие, мои родные, мои люди. Это наша с ними любовь. Это мир, которым ты силен, ты отогреваешься. Иногда от усталости ползком уже приходишь домой. Вот 10 минут, 15, полчаса, и постепенно ты как будто возвращаешься к другому какому-то хорошему настроению. Тебе радостно. Радостно, что вот этот очаг нашей любви, нашего добра друг к другу, он здесь, он рядом. Wow.